Итак, приступим. Первая часть моего доклада – это некий такой анализ. Как я вам сказал, я расскажу о двух наиболее интересных проектах, которые сейчас реализуются. Да, вот сразу хотелось бы сказать в формате нашей встречи, да, мне будет удобнее и, наверное, всем будет интереснее, если это формат будет некой беседы, да, если вот какие-то возникают вопросы или кто-то, может, хочет дополнить, я думаю, это будет положительно, потому что, еще раз повторюсь, доклад весьма широкий и, возможно, в некоторых областях я окажусь менее компетентен, чем, например, то, чем вы сейчас занимаетесь. Поэтому я буду очень рад, если вы просто дополните какие-то части, я думаю, это будет весьма конструктивно. Но хотел бы начать доклад несколько из другой области. Я могу без этого, в принципе, слышно, мне кажется, нет? Лучше с микрофоном, да. Это для записи в том числе лучше. Попробую так. Ясин Евгений Григорьевич, достаточно известная личность в Российской Федерации, он является научным руководителем Высшей школы экономики. Вот он мне и со своими высказываниями всегда был интересен, он всегда выступает за некий переход на инновационный путь развития в Российской Федерации. Я вот зачитаю прям непосредственно его цитату, которую он сделал, повторюсь, в 2010 году. Инновационная экономика является следующим неизбежным этапом после аграрного и индустриального, где пока находится Китай. Спрос на инновации в России достаточно высок, однако в настоящее время отечественные производители предпочитают покупать апробированные на Западе технологии, что не сопряжено с высокими рисками. Заимствования пока выгоднее собственных разработок. Потенциал рыночных реформ в России реализуется, и на этом пути нам необходимо утилизировать, то есть в данном случае понимается пройти, те инновации, которые уже общеприняты в мире. Этот путь прошли Китай и Индия. Но с течением времени будет расти спрос на инновации, разработанные внутри нашей страны. Дальше вот самая интересная часть цитаты. Сырьевая модель развития экономики возможна, но она тупиковая. Вместе с тем, отсутствие вызовов, что во многом определяется благоприятным уровнем цен на углеводороды, препятствует росту спроса на инновации. Мы должны сохранять существующие отрасли, но в части развития делать ставку на новые отрасли постиндустриальной экономики. Тут вот есть интересный момент, о котором говорит господин Ясин. Он говорит об отсутствии вызовов, которые, как ему кажется, должны как раз способствовать инициации большого количества инновационных проектов и некому переходу на некую инновационную экономику, скажем так. Если сейчас так вот внимательно задуматься, вот мое личное мнение, что на сегодняшний день как раз эти все вызовы в сравнении с 2010 годом абсолютно присутствует в полной мере. Начиная от уровня цен на углеводороды, все вы прекрасно знаете, что, например, в сравнении с 2010 годом цены упали примерно более чем в 2 раза, да, чем не вызов. Дальше. Вы все прекрасно знаете, что на сегодняшний день Россия, Российскую Федерацию отчасти изолирует, например, от возможности заимствований на рынке зарубежных. Да? Ну и самое страшное, может быть, пока еще не в полной мере реализовано, это попытки, скажем так, изолировать Российскую Федерацию от доступа к общемировому некому мейнстриму техническому, то есть это оборудование, это какие-то новшества и так далее. Как мне кажется, может, это несколько странно звучит, все это, все эти вот вызовы, все это, что сейчас происходит, является достаточно благоприятным, как ни странно, для того, чтобы всерьез задуматься о том, что необходимо начинать предпринимать уже реальные шаги для того, чтобы переходить на эту самую экономику инновационную. Вот он в том числе говорит о неком сырьевом статусе нашей экономики. О чем здесь идет речь? Если вдуматься, тоже достаточно известные факты. Бюджет нашей страны примерно на 50% состоит из поступлений за счет нефтегазового сектора. Я думаю, это не секрет. В той или иной мере это примерно правильная цифра, как мне кажется. Чем отличается нефтегазовый сектор, например, от машиностроения? Основная причина, почему она не всех устраивает, это то, что это отрасль, в которой очень низкая добавленная стоимость. Что такое добавленная стоимость? Нефть – это сырье, которое добывается, условно, из земли, и добавленная стоимость здесь – это затраты на то, чтобы там, добыть ее и транспортировать до непосредственного потребителя. Все. Добавленная стоимость – это, как вы понимаете, там, заработная плата, налоги и прочее.
Теперь вот, например, давайте возьмем самолет, о котором я позже буду рассказывать, как мне кажется, наиболее перспективный, может быть, по той причине, что пока на сегодняшний день единственный, это всем известный МС-21. Магистральный самолет 21 века. Его каталожная стоимость на сегодняшний день запланирована, что в 17-18 годах он пройдет успешную сертификацию и начнет эксплуатироваться. Каталожная стоимость составляет порядка 70 миллионов долларов. Вот в этой стоимости, вот в этих 70 миллионов долларов, сырье – это всего лишь 1-2%. И то в этом сырье, которое используется для производства этого самолета, в свою очередь тоже есть добавленная стоимость. То есть, другими словами, это уже совсем не сырьевая экономика, и нам с вами нужно стремиться к тому, чтобы выпускать, и чтобы в составе наших внутреннего валового продукта все было больше и больше таких производств, в которых была бы такая высокая добавленная стоимость. Это удел, скажем так, развитых экономик. Почему я все это говорю? Как бы издалека начал. По той же причине, что все здесь присутствующие так или иначе, наверное, связывают свою судьбу в будущем с машиностроением, в частности, с авиастроением, так или иначе. Говорил это лишь потому, что хотел вам сказать, что вы очень правильный выбор сделали. Поэтому в будущем, я думаю, инженерные специальности, техники, те, которые занимаются наукой и прочим, будут весьма востребованы. Давайте теперь перейдем непосредственно к моему докладу. Как я обещал, начну с двух наиболее интересных проектов, которые на сегодняшний день реализуются. Это гражданская авиация самолета МС-21, был представлен, магистральный самолет 21 века. И второй интересный проект, который также на сегодняшний день реализуется, это перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, условно 350. Самолет МС-21 – это российская разработка, которая должна прийти на смену таким машинам, как Ту-154, Ту-134. Я часть вот цифр приведу по этой машине. Ожидается, что вместимость этой машины будет от 130 до 230 пассажиров, в зависимости от модификации машины. Дальность полета до 5000 километров. И, как я уже сказал, по официальным данным, Объединенная авиастроительная корпорация планирует сертифицировать и начать выпускать самолеты примерно в 2017-2018 годах. На сегодняшний день имеется порядка 135 уже жестких контрактов и порядка 100 опционов. Также планируется, что к 2020 году эту машину будут выпускать серийно, и ежегодно будет выпускаться до 40 машин. Что отличает МС-21 от всех его предшественников? В первую очередь, это о чем стоит поговорить, и в дальнейшем я тоже буду как бы отчасти к этому вопросу возвращаться. Лайнер отличает достаточно высокие аэродинамические показатели. Также стоит отметить, что у него больше удлинения, и оно композитное. Вообще уровень использования композитов в этой машине достигает 30%. Для отечественного авиастроения это уникальный случай для фюзеляжной машины. Какие у него есть преимущества перед его зарубежными аналогами, такими как, например, Boeing и Airbus? Примерно идентичные машины, этим можно говорить о Airbus A320 и Boeing 737. Главное отличие машины нашей – это, в первую очередь, конечно же, больше вместимость. Так вот, для сравнения, МС-21 в исполнении 300 будет иметь возможность вмещать до 212 пассажиров, тогда как машина Airbus A320 Neo будет иметь возможность вмещать 180 пассажиров и Boeing 737 MAX 8 189 соответственно. Помимо этого, разработчики уверяют, что салон самолета отвечает больше объем багажных полок, а также большую ширину кресел и более широкий проход по отношению к его зарубежным аналогам. Что еще можно отметить по этой машине? Стоимость тоже с точки зрения коммерческой реализации этого проекта, стоимость этого самолета, как я уже сказал, составляет на сегодняшний день порядка 70 миллионов долларов. Для сравнения, например, Airbus в подобном исполнении будет стоить более 100 миллионов рублей,
Наиболее близкий по показателю – это Бомбардьер, но тоже стоит порядка 80 миллионов долларов на сегодняшний день. То есть с точки зрения коммерческого потенциала повышенного, я считаю, что весьма интересно. Вторая машина, второй проект – это российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который разрабатывается подразделением также Объединенной авиастроительной корпорации ОКБ имени Сухого. На сегодняшний день собираются уже опытные образцы, и в 2016 году это должно завершиться. Сборка ведется на авиационном заводе в Комсомольске на Амуре. Первый полет этой машины будет совершен еще в 2010 году. Подразумевает, что самолет придет на смену этой машине как Су-27. Помимо этого, создается сразу же версия для совместно с коллегами с Ближнего Востока, скажем так, для экспортных поставок. Ну вот так вот, вкратце о самолетах, то, что хотел бы сказать. Перейдем непосредственно теперь к двигателям, так как в большей степени я сегодня буду говорить не сколько о планере, а сколько о двигателе. Да? Подразумевается по плану Объединенной авиастроительной корпорации, что машина по желанию заказчика будет комплектоваться двумя видами двигателей. Как здесь показано, ПД-14, и второй двигатель – это Pratt & Whitney PWD-1000. Ну, как мы видим, в принципе, все его показатели достаточно сходны, и собственные разработчики тоже утверждают, что каких-то разительных отличий нет. Единственное, что для российского применения, наверное, комплектация машины двигателя будет более понятна с точки зрения последующей эксплуатации. Как я уже говорил, на сегодняшний день имеется 135 контрактов плюс 100 опционов. Перейдем к следующему показателю по машине для военного назначения. На самом деле информации достаточно много, и нужно ее достаточно, как бы, условно говоря, фильтровать. Интернет тишит данными по поводу этой машины. Ну, скажем так, я считаю, что вот здесь информация, она из открытых источников, которая подтверждена. Мы видим, что здесь немножко ситуация уже другая в сравнении с гражданской машиной. Мы видим, что практически по всем показателям машина превосходит своих зарубежных аналогов из Америки и из Японии. Это и максимальная взлетная масса, и крейсерская скорость, и боевой радиус, и так далее. Что еще следует отметить по этой машине? Это то, что машина имеет возможность достигать сверхзвуковых скоростей без нарежения, да, без форсажного режима, что тоже весьма значимо. Что еще следует отметить по перспективам этой машины? Наверное, также следует упомянуть еще одну машину в составе военной, которая также на сегодняшний день начинает поступать на службу вооруженные силы нашей страны. Это изделие с машины Су-35С. Даже она по классификации относится к машине 4.2+, и в принципе практически по всем показателям она никак не уступает своим зарубежным аналогам, даже вот в этом ее исполнении. Единственное ее отличие, которое не позволяет ей, грубо говоря, назваться машиной пятого поколения, это вопросы, связанные с заметностью и прочим, то есть наличие бортовых систем. Подразумевается, что машина Т-50, все эти вопросы будут решены по заметности. Я вот считаю, что фюзеляж Т-50 на 70% будет состоять из новейших полимерных пенопластиков, будет иметь новую радиолокационную и оптическую инфракрасную сниженную заметность. Так, перейдем дальше. Вот, прошу внимания на слайд, это некий такой тоже взгляд, который построен тоже из официальных источников. Это выжимки из форсайта, которые были сделаны специалистами из технологической платформы авиационной мобильности и авиационной технологии. То есть это достаточно серьезное сообщество. Они считают, что вот эти четыре вида двигателей для самолеты в будущем будут представлять большой интерес. Первое – это турбовентиляторные двигатели.
Если посмотреть, то у нее в задней части мотогондолы дополнительные установленные колеса. Зачем это все делается? Как вам известно, если неизвестно, то я вам попробую объяснить. Есть такой показатель, как степень двухконтурности у любого двигателя для самолетов. Соответственно, чем больше эта степень двухконтурности, что такое степень двухконтурности? Это отношение массы воздуха, потребляемого, который проходит непосредственно через камеру сгорания, и в отношении того воздуха расхода, который проходит не через камеру сгорания, то есть вдоль корпуса двигателя. Как вы видите, вот в такой компоновке этот вопрос решается достаточно интересно. То есть тут, грубо говоря, такое сочетание тяги изображено. Как вы видите, есть машины просто винтовентилятора, знаете, такой компонент. Не знаю, я не могу сказать точно, насколько эта схема была реализована до этого времени. Просто не могу сказать честно. Второе интересное. Компоновка, по сути, призвана решать ту же самую проблему, то есть дополнительные вентиляторные ступени вынесены за пределы непосредственно мотогондолы за счет приводов, которые берутся именно с оси задней части. Это двигатели сложных динамических циклов и еще один вид, который, считаю, также будет интересен в будущем, это гибридные установки. Там немножко не видно, там с использованием топливной батареи. Идем дальше. В этой части хотелось еще упомянуть такой момент, как сверхзвуковые самолеты для гражданской авиации. На самом деле, в истории авиастроения, не только отечественного, а вообще, были только две машины, которые имели возможность летать со скоростью больше скорости звука. Это наш отечественный Ту-144 и машина «Конкорд». Это результат деятельности совместной компании из Великобритании и Франции. Машина Ту-144. Немножко цифр. Первый полет был совершен еще в далеком 1968 году. Эксплуатировалась машина недолго, всего лишь 3 года, с 1975 по 1978, и совершила 102 рейса. Из них 55 рейсов были совершены пассажирские. «Конкорд», как я сказал, это британско-французский пассажирский самолет, эксплуатировался такими компаниями, как British Airways и Air France. Этих машин было побольше, и эксплуатировались они немножко дольше, то есть в течение 27 лет. Первый полет был в 1976 году. С этими машинами неизменно связан ряд катастроф, достаточно серьезных, в частности, по машине Ту-144, катастрофа, которая была, произошла в 1973 году непосредственно на авиасалоне в Лебурже. Следующая тоже, скажем так, катастрофа с нашей машиной Ту-144 была под Егорьевском. Все эти моменты привели к тому, что от этой машины отказались. Собственно говоря, с «Конкордом» примерно такая же история, тоже было очень много проблем, катастроф. В частности, отмечается самая большая катастрофа в Париже, где тоже погибло очень много человек. С 2003 года, эксплуатация этих самолетов, наверное, кто-то даже замечал в новостях, прекращена. Тут несколько причин, помимо просто того, что были какие-то катастрофы, да, эти самолеты были весьма неэкономичны, надо отметить. И начиная где-то с 2003 года, начался резкий рост на топливо, и это сыграло свою роль, то есть тут сыграло роль некой экономической целесообразности. Ну и помимо этого, как вы понимаете, достаточно шумные машины, это тоже вызывало ряд вопросов. То есть когда он преодолевает эту скорость, там, условно, близлежащий городок, очень сильно слышно. Дальше. Я закончил эту часть по некому такому экскурсу в современное авиастроение. Я подведу некий итог. Итак, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день есть два
таких серьезных проектов, которые практически оба находятся на стадии такого уже завершения. Если говорить о гражданской машине, это 2017-2018 год сертификации и последующей эксплуатации. А по военной машине это первый летный экземпляр уже, как я вам сказал, был. И в 2016 году по плану УАК, по-моему, там, что-то там, в 2020 году они тоже должны вступить на вооружение войска. А вопрос вот можно по сферу указу? Даже нужно. Да. А, ну, было отмечено это. Было отмечено это как перспективные какие-то машины, то есть в то же время было сказано, что ну, упустил, просто заговорите о них. Да, вот если посмотреть ниже на слайд, здесь изображены два перспективных концепта. И на сегодняшний день НАСА, американская НАСА очень серьезно занимается этими вопросами. Я знаю, что есть некий проект создания таких самолетов соответствующим финансированием. Но на сегодняшний день говорится о сверхзвуковых машинах гражданских, условно, ну, скажем так, как правильно говорится. То есть не для привезки большого количества пассажиров, а для какого-то такого частного использования. Поэтому логика нет. Ну, вообще, да, имеется. То есть это перспективно. Имелось в виду, да, просто вопрос, ну, какой формат и, собственно, какие требования, в частности, к силовым установкам будут предъявляться именно для будущих вот таких машин. Потому что, ну, с классической авиацией все более-менее понятно, да, то есть развитие. Сейчас на вторую часть перейдем, как раз будет больше говорить о двигателях. Вот перспективный фронтовой комплекс транспортной авиации, который планируется сделать получается, с выносными вентиляторами. Вы можете что-нибудь о нем сказать? Это... Я понял вопрос. Да, действительно, есть такой проект создания такой машины. Только это достаточно такая информация. Неизвестно, откуда молодой человек обладает такой информацией. Я сам не все об этом знаю, но тем не менее. Да, действительно, есть так же, как я говорил, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Есть перспективный авиационный комплекс, дальний транспорт. Там транспортный тоже есть. Ну тогда вы больше не знаете. Я об этом не знаю. Не слышал. Разумеется, такие проекты наверняка существуют. Вопрос в чем? С выносными как? Вентиляторами. Ну там вот была схема, как раз таки там получается свободные турбины отбираются мощности, ставятся дополнительные вентиляторы. Возможно. Возможно. Честно скажу, я не знаю, что были реализованы такие схемы движителей на сегодняшний день. Просто вот, честно не знаю. И лишь по одной простой причине, что даже если это попало в некий форсайт технологического опережения, который, если я не ошибаюсь, был построен до 2030 года, я просто сомневаюсь, что на сегодняшний день такие схемы пока еще реализованы. Если бы они были реализованы, просто они не реализованы. Просто вопрос, кто может теоретически такими вопросами заниматься? Давайте дадим коллеги дополнить. Я очень рад, что это вызывает такой здоровый интерес. И я призываю вас дополнять, потому что, еще раз повторюсь, я не могу знать все. Я затрагиваю какие-то темы, которые, как мне кажется, будут уместны в нашей встрече. Ну, касательно схемы фрикции. С выносными вентиляторами. Да, с выносными вентиляторами. Эти схемы прорабатывались, насколько мне известно, снег восточный, французская, и также прорабатывались фирмы General Electric. Более того, это были уже двигатели на самолете, то есть они проходили испытания, однако это было около, по-моему, то ли 15 лет назад, то ли 20, поэтому, видать, не пошло что-то. Ну, не взлетел. Я понял, да. Возможно, Стекма и GE, там, условно, в лабораторию где-то реализовали. Я говорю о серийном использовании. Честно, я не знаю, что это какие-то машины с выносными вентиляторами. Есть так называемые, если не ошибусь, с биротативными вентиляторами, да, то есть, которые, то есть это турбореактивный двигатель, у которого вентилятор вынесен за пределы мотогондолы. Такие схемы
Есть, но они тоже на сегодняшний день, мне кажется, не резон. То есть вентилятор, параллельно выполняя роль нагнетателя воздуха непосредственно на компрессор и дальше в турбину, помимо этого еще и несет себе такую роль, как тяг за счет вне контур мотоконтрола. Мне кажется, это называется гиротативный вентилятор. Ну, гиротативный – это когда вращаются в разные стороны. Две ступени. Две ступени, но они вынесены за пределы мотоконтрола. Нет. Они могут быть и вынесены, и турбина тоже гиротативная. Возможно. Пойдем дальше. Если говорить, давайте мы так периодически останавливаться и обозначать какие-то интересные темы для, например, на сегодняшний день для конструкторов. У нас же присутствуют конструктора, верно? Кто-то учится на конструкторов. Да? Вот для вас поле деятельности. Поле деятельности прямо очень большое. Пойдем дальше. Силовые установки. Я еще раз повторюсь, мы сегодня большей части будем говорить о силовых установках. Так как, собственно говоря, это основной элемент, который определяет такие показатели, как лётно-технические характеристики, отчасти определяет безопасность, надежность, экономичность и стоимость эксплуатации самолета. По длительности изготовления двигатель делается примерно в 1,5-2 раза дольше, чем сам планер. Цифры реальные, вроде бы кажется, гораздо меньшая часть, но тем не менее, 1,5-2 раза дольше, чем сам планер, дольше, чем все авиационное оборудование. И в этой связи следует, что он постоянно требует какого-то опережающего нового технического задела. Но здесь вот представлены тенденции, тенденции развития газотурбинных двигателей. В первую очередь, повышение надежности, повышение ресурса, снижение веса, повышение рабочей температуры и так далее. Несколько цифр достаточно интересных. Когда при разработке двигателя четвертого поколения примерно 15-20% от всего объема финансирования уходило именно на создание научно-технического задела по двигателю. Когда велись работы по двигателю пятого поколения, эта цифра возросла уже до 50-60% от общего объем финансирования проекта по созданию лётной машины. Предполагается, что когда мы дойдем до шестого поколения, то эта цифра дойдет до 70%. То есть я хочу сказать, что это достаточно важный, даже можно сказать, самый важный элемент в самолете. Наверное, потому что мне это ближе. Наверное, если были бы планеристы, они сказали бы, нет, ты не прав. Дальше идем. А что, собственно говоря, определяет все эти показатели по двигателю? Надежность, эксплуатация, стоимость и так далее. Конечно же, материал, из которых они сделаны. Какие материалы на сегодняшний день используются в конструкции не только двигателя, наверняка здесь приведены еще и планеры. Если обратить внимание, во-первых, требования, да, понятно, высокая удельная прочность, то есть это условно высокая прочность при низкой плотности, да, дальше идем жаропрочность, жаропрочность тоже понятно, да, возможность сохранять прочностные характеристики при высоких температурах. Сопротивление усталости к нагрузкам. Сопротивление усталости к нагрузкам. Это очень важный показатель. Как вам известно, что основные детали двигателя — это рабочие лопатки, которые постоянно в процессе эксплуатации испытывают знак переменной нагрузки. В этой связи показатель усталости и прочности, как здесь указано, сопротивление усталости нагрузки, тоже очень важно. Трещинная стойкость и коррозионная стойкость. Если обратить внимание на пункт диаграммы, вы сможете увидеть следующее, на что я обратил внимание. На сегодняшний день, я все-таки думаю, что это по плане, алюминиевые сплавы в наших машинах составляют 55%, тогда как зарубежные машины по этим показателям уже гораздо ниже, больше используют композитный материал. То есть вот еще одно поле деятельности, если вы собираетесь чем-то подобным заняться, это композитные материалы, это очень интересно, очень перспективно. Идем дальше. Вот тоже интересная монограмма.
Если взять за базу за 100% те свойства, которые сейчас имеют, материалы, которые используются при двигателе строения, те показатели по температуре эксплуатации двигателя, по ресурсу, по водостойкости материала, который используется для изготовления планера, то необходимо по уверению конструкторов перейти вот к таким соотношениям. Ну, например, топливостойкость. Топливостойкость здесь имеется в виду, если брать за 100% те свойства, которые сейчас имеют элементы, из которых сделана топливная система, то должно стать условно 150. Ресурс, это имеется в виду всей машины, да? То есть ресурс, как вы понимаете, в первую очередь будет определять двигатель. Если сейчас 100, должно 180, ну и так далее. На основании вот этих всех, условно скажем, требований, которые предъявляют конструктора к современным машинам, вот появляются вот такие вполне конкретные цифры, которые должны быть достигнуты на следующем этапе проектирования и изготовления. Не будем здесь вдаваться в подробности, мне кажется, это не совсем интересно. Давайте дальше пойдем. Материалы и конструкции. На сегодняшний день можно отметить вот эти направления развития материалов и технологий их последующей переработки. Понимаете, что просто там разработать материал – это как бы долгий опыт, мне необходимо еще придумать, как из него сделать непосредственно уже деталь, как его обработать и так далее. Первое – это интеллектуальные адаптивные материалы и покрытия. Второе – интерметаллинные материалы. Третье – легкие высокопрочные фрезерные. Стойкие соваренные сплавы, высокотемпературные керамические теплозащитные и керамоподобные материалы. Давайте по порядку пойдем. То есть это те направления, по которым, как мне кажется, в ближайшее время также будет инициировано большое количество научно-технических проектов, инновационных проектов и так далее. Интеллектуальные материалы. Вообще выделяют три поколения интеллектуальных материалов. Первое поколение интеллектуальных материалов – это углепластики, которые, я прочитаю, самоадаптирующие конструкции. Суть в чем? Суть в том, что при возникновении определенных крутящих нагрузок у них возникали изгибающие какие-то деформации. То есть, другими словами, если из таких материалов условно сделать крыло, то можно спрогнозировать, что при определенных крутящих моментов, которые будут в них возникать, он будет принимать некую другую форму условно, да, которая будет более благоприятна в этих условиях эксплуатации. Вот что имеется в виду. Второе поколение интеллектуальных материалов, оно здесь даже не представлено, и у меня здесь нет. По той причине, что это был достаточно глубокий апгрейд первого поколения. Стоит остановиться вот сразу же на третьем поколении интеллектуальных материалов. Что это такое? Это уже механокомпозиты, материалы со встроенными функциональными компонентами, позволяющими осуществлять мониторинг деформации, температур и активное противодействие внешним силам в режиме реального времени. Самовосстанавливающиеся материалы, судя по названию, сразу понятно, да? То есть это материалы, которые могут самостоятельно в процессе эксплуатации залечивать какие-то там дефекты, которые возникают, да? Сплавы с эффектом памяти. Есть такие материалы, в частности, нитинол. Это такой сплав никеля с титаном, который может в зависимости от температуры внешней среды изменять свою геометрию. Вот что имеется в виду. Самосмазывающие материалы. Здесь что имеется в виду? Это материалы, например, с матрицей из более прочных материалов, которые заполнены материалами, у которых низкие антифрикционные свойства. Например, чаще всего используется графит. Тоже ходит деятельность, интересно. Самоочищающиеся материалы, фотомеханические материалы и так далее. Я не буду подробно на каждом останавливаться, но судя по названию, понятно, да? Останавливаюсь только вот магнитострикционные и электрострикционные. Что здесь имеется в виду? То есть материал, который имеет подобные свойства под воздействием магнитного либо электрического поля, также может иметь возможность менять какие-нибудь свои свойства. Идем дальше.
как я говорил, периодически будем останавливаться. Я считаю, что вот эти направления, если есть у нас какие-то там, есть материалы? Будем говорить, что наверняка где-то есть. Потому что без материаловедов, я думаю, вряд ли, да, мы вряд ли сможем реализовать все эти интересные идеи. Да? То есть вот поле деятельности для материаловедов. Идем дальше. Я не буду на этом долго останавливаться. Титан. Это раньше говорили алюминий, летающий материал. Да? Я думаю, сейчас уже можно начинать говорить о том, что титан – это летающий материал. Используется практически везде, начиная от самого планера, заканчивая двигателем. Вот здесь вот стоит обратить внимание, да, то есть начиная от 707 года, где использование титана было всего 0,5%, да, вот, примерно машина, которая сегодня, считай, более-менее современная, да, видно, 10 раз, вот, 20 раз увеличилось применение. То есть титан, мне кажется, еще совершенно не исчерпал свое применение. Поэтому тоже очень интересный поле деятельности. Алюминий. Конечно же, алюминий часть используется при изготовлении планера. Вот здесь показано. Кстати, может быть, я не совсем оправданно упустил машину, которая здесь изображена. Даже, честно говоря, не обращал внимания, когда делал этот слайд. Изображен сухой суперджет. Это тоже достаточно. Ну, на сегодняшний день можно говорить, что это самая современная машина, которая, российская машина, которая эксплуатируется у нас, да? Компания «Аэрофлот» эксплуатирует эту машину. Первый серийный полет она начала совершать 2011 года, мне кажется, что-то около того. Производит эту машину компания «Гражданские самолеты Сухого». Нас очень интересует двигатель, как я вам говорил. Двигатель здесь установлен совместного производства на базе ЦХМ-56. Совместное предприятие российское, совместное со СТЭК. Сам 146 установлен на двигатель, который, в принципе, в доноре имеет машину с ЦХМ-56. Идем дальше. Композитный материал. Тоже очень интересный вопрос деятельности. Вот если посмотреть на самолет, на планы, да, вот мы смотрели предыдущий слайд, там практически все будет. Ну, наверное, в перспективе будет предполагаться, что все больше и больше будут использоваться композиты, да? Как я уже говорил, наша перспективная машина МС-21, крылья полностью сделаны из композита. Также хвостовая часть, элементы мотогондолы, внутренние элементы, как то спрямляющий аппарат и так далее. Идем дальше. Зачем это все делается, понятно, да? Снижение веса и так далее, и так далее. Интерметаллинный материал. Тоже очень интересная область деятельности для учебных заведений, в том числе для научных учреждений, для инженерных компаний и так далее. Очень интересный материал. Наверное, оправданно скажу, что на сегодняшний день интерметаллит, если говорить, например, о сплаве титан-алюминий, о его гамма-сплаве титан-алюминий, на сегодняшний день в серийных машинах он не используется. Хотя его перспективы просто очень велики. Сейчас я пытаюсь это объяснить. Вот здесь вот показана опытная партия полученных лопаток турбин. Конечно. Широкой аудитории объяснить, что такое интерметаллит. Интерметаллит. Пытаюсь объяснить, если это у него получится. Титан, алюминий, да, то есть два материала. Это, собственно говоря, сплав. Как вам правильно объяснить? Ну там через химию. Через химию объяснить, да. То есть вы все знаете, что это ковалентная связь, да? Не всем понятно, что определенное количество материала с другим элементом, да, может только в определенном соотношении смешиваться. Так вот, титан и алюминий, да, по-моему, только на 30% состоит из ковалентной связи. Дальше там просто нет химических связей. То нет материала, они мне помогли бы. Но в моем понимании это так. Ну, если
можно там дополнить. Давайте я вот прочитаю, что у меня здесь есть, да? Ну, в принципе, я вот вам увидел. Это новый класс материалов, химическое соединение металла, которое по своей структуре занимает промежуточное положение между металлами и керамикой. То есть они имеют сложную кристаллическую структуру с наличием межатомных связей до 30% ковалентной составляющей, что и определяет их уникальные физико-механические свойства. То есть на 30% они связаны, а остальное, мне кажется, это... Да, это некая керамика, условно. Сереж, напомнишь? Да, попробую дополнить. Смысл в том, что стандартный металл, то есть ну, исходный титан, алюминий и прочее, это материалы, в которых связь между атомной микроскопической решеткой металлическая, ну так она и называется, собственно говоря. Эта связь достаточно, ну, условно, слабая, поэтому, в частности, металлы, они у нас пластичны, во многом из-за того, что эта связь может разрушаться и восстанавливаться снова. А в интерметаллитах значительная часть вот этих связей, вот этих как раз 30% и так далее, это ковалентная связь или ионная в том числе связь. То есть те связи, которые характерны для веществ, например, именно типа керамики или солей. Отсюда получается в целом характеристики следующие, что металл получается очень, вернее, это уже не металл, это именно что интерметаллит, он, например, может не проводить даже электричество, то есть, хотя сделан из двух металлов. У него получается очень высокая температура плавления, то есть характерная для солей. То есть, например, алюминий, температура 650 примерно градусов, температура плавления, титан, ну там под 1800, если кто там, ну примерно так. А у вот этого интерметаллита может быть под 3 с лишним тысячи градусов температуры плавления, хотя исходные материалы более легкоплавкие. При этом они еще будут очень прочными, но абсолютно не пластичными. То есть получается, ну, как соль, да, то есть она твердая, но если она расходится, она не деформируется, в отличие от железяки, например. То есть и это обуславливает вот эту перспективу вот этих материалов. Прошу прощения за вот эту примаху. Я очень рад, что мне было отдохнуть. Спасибо. Ну, пойдем дальше, да? Сережа, ты взял немножко вперед. Да, действительно, вот если посмотреть на эту таблицу, да, вот в этой части титан, алюминий, интерметаллитные сплавы занимают, скажем так, оптимальное положение с точки зрения их свойств и температуры, при которой они могут определять эти свойства. Ну вот здесь вот представлены их представлены свойства интерметаллитных сплавов, сплавы при различных температурах. Самую большую проблему, Сережа уже сказал, это практически нулевая пластичность при комнатных температурах. Другими словами, если сплав, например, гамма, титан-алюминий сплав, условно, расплавить, залить лично. Я лично наблюдал, если его уронить, например, на пол, и он будет металлический, он может даже расколоться. Но при этом, в принципе, при более высоких температурах проявляет такие достаточно нормальные уже свойства. И при этом сохраняет свою прочность. Ну вот, сравнение непосредственно уже этого сплава с близкими, да, то есть с титановым сплавом и с никелями, жиропрочными сплавами. Что тут в первую очередь в глаза бросается, да, то в принципе при схожих показателях по прочности он имеет более низкую плотность, как мы все помним, это напрямую влияет на удельную прочность, но опять-таки при шкалу там 0,1, да, там, сигма при комнатной температуре 20 градусов составляет 1% всего. Это очень мало. Вот на следующем слайде, как уже сказал Сережа, обозначены все те проблемы, которые сопутствуют этому материалу. Я уже, по-моему, говорил, что да, материал есть, его получают, он как бы присутствует. Получить даже можно какие-то детали, например, лопатки турбины, но лучше справиться с такими проблемами, как совершенно неуместная пластичность при температурах ниже 500 градусов, низкие литейные свойства, низкие жидкие текучести и так далее. Большой разброс механических свойств, чем это связано. Есть утечки, я сам не течу, отчасти. Такой эффект, как ликвация, да? То есть, если то, что мы пытались Сереже объяснить, да, как он чем он соединен с титаном и алюминием, то если представить себе, например, вот я думаю, что это будет весьма понятно. Да? Если взять, например, стакан воды, да, и там растворить условно сахар, то, в принципе, он уже больше вряд ли осадится. Что такое эффект ликвации при литье?
Вот те частицы, которые этой самой ковалентной связью, химической связью не охвачены в этом сплаве, они в процессе заливки, условно, могут, грубо говоря, там, если песок просто в воду залить, то можно заболтать, и это будет примерно какая-то одинаковая равномерность. Но если его поставить, вот это называется элемент ликвации, то есть неоднородность по структуре полученных деталей. То есть тоже такая проблема присутствует. Ну и мехобработка, разумеется. Можно вопрос? А вот титан, насколько я помню, при 600 градусах гореть начинает, с интерметаллидами такого нет? Титан горит при 600 градусах? Взаимодействие. Титан и пожар, да, называется. Из-за этого какой-то сорок. Титан, если вспомнить химию, имеет самое большое сросток кислорода, если об этом, да? Да. То есть при высоких температурах он практически там хватает кислород, условно, прямо из атмосферы. Это есть его высокое сродство кислорода. Эти сплавы плавят и заливают исключительно в вакуум. Сплавы титана алюминия аналогично заливают только в вакуум, где отсутствует кислород, поэтому вопрос горения при 700 градусах. Я про другое. То, что в турбину ставится, нету ли такой проблемы, то, что титан взаимодействовал все-таки начинает с кислорода? Титан в турбину не ставится. Нет, вы говорили, лопатки интерметаллидные хотят поставить в турбину, при этом нам температура высокая. Мы еще никто не ставил. Возможно, ну, такая. Нет, ну хотят же поставить. Вот опять-таки, да, вот интересная тема маркетингов. Вот совершенно там целый пласт деятельности для материаловедов. Нужно поставить эксперимент, а что случится с лопаткой из титана алюминия при 670 градусах? Разрешите вставки свои примеры. Дело в том, что особую проблему... Вот, кстати, материаловед, а молчал, сидел. Дело в том, на самом деле, особой проблемы в этом нет. Опять-таки, возвращаемся к тому, что такое алюминий титан. Это химическое соединение. Для того, чтобы началось окисление его, нужно для начала разрушить связь титана с алюминием. То есть здесь нет такой проблемы. То есть получается, за счет того, что ковалентная связь, она более прочна получается, то есть никакой дополнительной защиты не требуется? Совершенно верно. Поэтому, в принципе, алюминий титан обрабатывается при воздушной атмосфере. Спасибо. У меня пример такой, потому что если даже тот же оксид алюминия, то взять свойства алюминия, оксид алюминия, это будет абсолютно два разных материала. Так же здесь, то есть. Если это титан, допустим, и интерметаллид титан, это два разных материала с разными свойствами. Поэтому их вообще не стоит сравнивать. Пойдем дальше, коллеги. Мне кажется, надо записывать все интересные моменты, потом как-то, я не знаю, даже составить какой-нибудь там перечень актуальных задач, например, для материаловеда. Перечень актуальных задач для конструкторов, да? Легко. Идем дальше. Вот мы дошли до следующей части моего доклада. Если до этого мы практически все это время проговорили о тех материалах перспективных, которые будут использоваться при авиастроении, то сейчас мы дошли до неких направлений инжиниринга, которые, на наш взгляд, будут не то что будут, а востребованы на сегодняшний день для двигателестроения. Наверное, у нас несколько такой субъективный взгляд на это, по той причине, что мы непосредственно этим, собственно говоря, и занимаемся. Поэтому здесь не представлены еще целый спектр инжиниринговых направлений, которые тоже так же востребованы. Я вот вначале вам доклад говорил, это, конечно же, например, сопровождение всех этих процессов, процессов моделирования, условно. Да? Еще раз повторюсь, завтра, я думаю, Фалкович это популярно расскажет, рекомендую сходить. Наверняка он расскажет о процессах моделирования, о процессах применения своих тренинг условий. Да? Я думаю, вот еще Сережа тоже специалист в этой области. Итак, какие мы выделим направления инжиниринга, которые актуальны на сегодняшний день? Это литейные технологии, аддитивные технологии, деформационные методы обработки, покрытие и механическая обработка, с которой тоже совершенно идем дальше. А можно, вы подробнее можете про каждую технологию или будет сейчас? Идем. Все. Так, первое, литейные технологии. Какие стоят проблемы на сегодняшний день перед инжинирингом, который касается литейных технологий?
первую очередь, это сложнофасонные детали. Что такое сложнофасонные детали? Ну вот, можно посмотреть на те фотографии. Все знают, что лопатки турбины охлаждаем. Да, наверное, нет? Если нет, то я вам говорю, что лопатки турбины охлаждаем. Что такое охлаждаем? Значит, они имеют внутри различного рода полости, через которые проходит воздух и в процессе эксплуатации снимает часть тепла или, например, переносит с фронтальной части лопатки на ее периферию. Потому что лопатка греется, естественно, больше с передней части, откуда идет поток. Задняя часть у него, соответственно, холоднее. И эти все канальчики также призваны для того, чтобы переносить часть тепловой энергии с фронтальной части лопатки на ее заднюю часть. Ну, собственно говоря, есть эти каналы, ничего страшного. Но, тем не менее, необходимо все эти элементы реализовать уже непосредственно в детали, и все эти детали получаются литьем. То есть вот задача, с которой сталкиваются на сегодняшний день инженеры, занимающиеся литейными технологиями. Помимо этого, точность, ну, тоже понятное требование, с каждым разом, с переходом от одного уровня техники до следующего, требования по точности получаемых деталей все больше и больше растут, соответственно, это предъявляет определенные требования для литейных технологий. Но здесь не стоит забывать также элементарные экономические соображения, то есть переход к более экономически целесообразным технологиям заливки и так далее. Сейчас к этому тоже пару слов скажем. Еще что? Ну, а вот как раз работа по высокоэффективных металлургических технологий. Здесь имеется в виду эффективность с точки зрения экономики. Новые сплавы, технологии заливки, которых я отработал. Ну вот тот же самый интерметаллитный сплав. Понятно, что на сегодняшний день пока в опытном режиме получается все лопатки, если теперь в серии придется отрабатывать серийные технологии, которые будут позволять получать качественные лопатки, которые можно будет ставить на двигатель. Другими словами, как я говорил, останавливаемся. Вот перечень задач для инженеринга в этой области. Если кто-то есть литейщик и хочет позаниматься этим вопросом, я думаю, что именно эти направления на сегодняшний день будут весьма востребованы. Идем дальше. О чем здесь говорится? Одной из задач, которую мы назвали для этой области, это использование высокотехнологичных технологий, которые бы позволяли получать сложнофасонные отливки с более высоким классом точности и при этом с приемлемой стоимостью. Здесь вот показан так называемый стержневой автомат, на котором реализуется процесс Old Box Amine процесс. Вот опять-таки достаточно интересный процесс, был запатентован в Америке. Коллеги, может меня поправить, я могу ошибиться. Если не ошибаюсь, в 58-м году. Я ошибаюсь? 68. Да? На сегодняшний день, ну вот как не прискорбно это заявлять, на сегодняшний день эта технология освоена. Ну вот, 68 и 2015. Да? Что из себя представляет этот процесс? Достаточно простой процесс. Стержневой ящик. При помощи пескострельного автомата застреливается песок, который в составе заранее имеет некие связующие или смол, которые затвердевают при воздействии на них определенной газовой среды, в частности газа амина, поэтому так называется. То есть сначала застреливается в ящик этот песок, а потом через соответствующие отверстия просто подается газ. И там, в течение достаточно быстрого времени, наверное, несколько секунд, да, и все это затвердевает. Потом изымается из этих ящиков эти стержни, собирается и непосредственно туда уже заливается металл. Вот такой вот интересный процесс, который был освоен буквально недавно. А вот здесь вот как раз и показан этот процесс. Да? То есть вот та самая форма, о которой я говорил, куда непосредственно застреливается песок. А, здесь вот еще о чем говорится. Это использование высокополимерных пластиков в литейных технологиях. Всем вам известно, что любой процесс заливки, практически любой технологический там, процесс в машиностроении сопровождается изготовлением большого количества технологической оснастки.
То есть просто сопутствующие технологические оснастки, которые необходимо так или иначе получить. Чаще всего в отечественном машиностроении использовались алюминиевые сплавы, так как они легко обрабатываются. Из них делались пресс-формы для получения моделей, ящики для формовки и прочее. На сегодняшний день эти материалы успешно заменяют высокополимерные пластики. Какое преимущество по отношению к алюминию? Ну, например, если вы решили изготовить некую деталь, ну, например, вот такой формы, для вас единственным решением может быть изготовление оснастки, например, из алюминия. Вы ее сделали, и если говорить о этапе отработки какого-то изделия, например, вы ошиблись в геометрии, вам будет необходимо изготовить новую оснастку. Полимерные пластики позволяют удалить ту часть, которую, например, условно ошиблись, при помощи соответствующих связующих там, наклеить какой-то элемент, обработать вновь и попробовать еще раз свое конструктивное решение. А температура? Температура использования этих пластиков до 100-110 градусов. Это вполне достаточно. 85 до 150 градусов от коллекторной программы. То есть это вполне достаточно для того, чтобы получить, для использования для литья, песчано-глинистой формы, для получения восковых моделей, для использования для литья по управляемой модели. Ну и в том числе, ну, в принципе, это вполне достаточно. Единственное, вот еще одно поле деятельности для наших коллег-материаловедов, на сегодняшний день в Российской Федерации таких пластиков не выпускают. Выпускают в Германии и в Китае. Как еще? Германия, Франция, Италия. Да. Вот есть такой момент. Хотя на сегодняшний день в современном строении очень широко используется. И если, например, Российскую Федерацию совершенно изолирует от доступа к таким технологиям, где взять этот пластик, будет неизвестно. И, кстати, очень много технологий. Давайте отвлечемся. Очень много технологий, которые заимствованы или, например, куплены совместно с оборудованием и установлены на достаточно серьезных предприятиях, так или иначе завязаны на использование расходных материалов, которые исключительно производятся в той стране, где продается это оборудование. И напрочь отсутствует, например, в Российской Федерации. А список такой? Ну вот, например, пластики. Ну, сейчас мы дальше дойдем. Вот, например, есть машины для 3D-печати. Да, машины для 3D-печати, которые печатают песчаные формы. Да? То есть, понятно, да? То есть песок имеет тоже такое некое связующее. За счет воздействия на них тепловой энергии лазера они спекают, получается некая форма, постой, да? Литивная технология. Так вот, большинство этих машин работает исключительно на связующем песке, которое будет привезено только, например, с той стороны, где это сделано. Наш песок почему-то не подходит, связующих таких тоже нет. Много таких технологий. Идем дальше. Вот как раз аддитивные технологии. Зачем нужны аддитивные технологии, наверное, в принципе всем понятно, да? То есть если мы говорим о отработке новых изделий техники, новых деталей, то к нам на помощь приходят аддитивные технологии. Так как позволяют это очень быстро реализовать некую физическую конструкцию и опробировать ее. Да? Ну, даже условно, вот, на практике часто используется просто попробовать, например, несобираемость. Можно использовать какие-то фотополимерные пластики, вырастить и попробовать собрать. Если говорить о литье, то при помощи, например, тех же самых слам-отелей можно попробовать быстренько вырастить, облицевать его, попробовать залить и посмотреть, получается или нет. Три вида аддитивных технологий, преимущества понятны, давайте пройдемся по каждому из них. Стереолитография. В чем заключается суть? Суть заключается в следующем. В ванне с неким жидким составляющим. То есть это некий фотополимерный светочувствительная смола, и за счет воздействия на него, в данном случае световой энергии лазера, он затвердевает, и можно получать некий физический
классические модели, показанные на взгляд, которые можно попробовать упаковать и зарить. Чем отличается от следующего процесса? Здесь он отличается тем, что в качестве полимера можно использовать уже порошок, и для спекания используется не световая энергия пучка лазера, а тепловая энергия. Да? Просто спекается. Ну, то есть, вообще, натурально представляете себе ванну с неким порошком из фотополимера, на который воздействует лазер. И за счет той тепловой энергии, которую он реализует непосредственно там, где это необходимо построить, спекается, а потом все оставшееся просто просыпается, человек не этой модели. Можно использовать для тех же целей. Аддитивная технология, если кто не понял, это 3D-печать, как она есть. Ну да, по сути, 3D-печать. Если вдруг кто не понял. Вот, по-моему, по этому слайду будет более понятно, что такое аддитивная технология. Это самый такой понятный, самый примитивный способ, который здесь представлен. Это послойное выращивание расплавленного полимера. Да? То есть он расплавляется и послойно спекается. Такой, наверное, все видели, да? Вот мой коллега Александр, наверное, может вас даже пригласить на некие курсы. Как, Александр, вы скоро же будете реализовывать курсы по полимерной печати, так? Да, мы организовываем курсы по 3D-моделированию и 3D-печати. Всех желающих, могу пригласить, можете прийти после лекции, познакомлю, чему мы будем обучать. Я думаю, вот, Саша, тебе нужно сконтактировать с Сережей и как-то официально сделать какое-то там объявление. Всем, кому интересно заняться фотополимерной печатью, 3D-печатью, милости прошу, у нас будет организован действительно некий курс, да, то есть там, ну, наверное, с какой-то практической частью, да, так, Саша? Ну, вот как вообще организовано? То есть у каждого человека есть свой какой-то проект, который он хочет реализовать вживую. Вначале мы обучим моделирование, то есть чтобы этот проект можно было спроектировать в своей сети, посмотреть на аудиторию и в дальнейшем уже его распечатать, собрать, чтобы можно было своими руками потрогать свой проект, может быть проверить, может даже рабочих этот проект. Вот сам Александр начинал со своего бюста. Идем дальше. Задача, ну, надеюсь, понятно, да? Задача для литейщиков, задача для тех, кто хочет заняться аддитивными технологиями. Целое поле деятельности. У нас есть коллега, который недавно стал призером программы «Старт». Всем известно, да? Вот, кстати, Руслан Шахмет присутствовал, это реализатор этого шоу, к сожалению. Есть такая программа «Умник», по-моему, там до 400 тысяч рублей, да, если не ошибаюсь, кто-то в курсе. По-моему, до 400 тысяч рублей выдается грант. Под некий проект, который предполагает некую инновационную разработку. Следующей стадией поддержки таких инновационных проектов является программа «Старт». Это уже более серьезная программа с образованием юридического лица и с грантом в 1 миллион рублей на один год. Вот наш коллега выбрал такой проект со своей, если не ошибаюсь, как раз нечто подобное, что там для 3D-печати. Информационный метод. Какие задачи стоят перед творчеством? Это все то же самое. Можно продублировать статья, то есть более жесткие требования по точности, также повышение эффективности этих всех технологий и так далее. Ну, здесь показаны наиболее интересные вещи, которые получены. Давайте немного ускоримся. Будем останавливаться на более интересных моментах, которые касаются той или иной области. Информационные методы. Что здесь наиболее интересно и перспективно? И, кстати, об этом было анонсировано. При помощи информационных методов, в частности, при помощи методов интенсивной пластической деформации, имеется возможность менять комплекс механических свойств тех же самых титановых сплавов. Да, то есть вот по графику видно, да, плохо видно, конечно. Ну, например, можно увеличивать там прочность материала на 30%, усталость прочности также можно менять там, до 20-30%. За счет чего это происходит? За счет того, что во время воздействия интенсивной пластической деформации меняется структура материала. Измельчается зерно, ну, если так из общего понимания происходит некий наклёп, что в свою очередь приводит к повышению прочности материала. Наиболее известные методы реализации интенсивной пластической деформации представлены. Это равноканальное угловое прессование, тоже можно погуглить.
читать винтовая экструзия, ну и более понятно со стороны, вот, суть метода, который заключается осадка с постоянной сменой оси деформации. Идем дальше. Вот информационные методы залезли в диффузионный сварк. Наверное, отчасти это правильно. Что такое диффузионный сварк? Это сварка, как здесь написано, за счет взаимной диффузии на атомарном уровне сваренной поверхности стали. То есть это можно реализовать за счет именно высоких давлений. Да, поэтому я попал в функциональный метод. Какие преимущества? Преимущества понятны, не требуют никаких технологического оборудования, припоек, электродов и прочего. Вот рядом сразу же есть эффект сверхпластичности материала. В чем заключается эффект сверхпластичности материала? В том, что материал имеет возможность. Мы с вами уже говорили сегодня о пластичности материала, да? То есть, например, для титановых сплавов нормальный показатель 10-15. Можно этот показатель увеличить до 1000% при условии, что деформация будет реализовываться при очень больших скоростях деформации. Да? Большая скорость деформации – это значит много деформации за единицу времени. Да? То есть, если очень быстро деформировать материал, он не рвется условно и удлиняется. До 1000%. Вот эффект сверхпластичности. Почему эти два метода диффузионной сварки эффект сверхпластичности попали вместе на один слайд? Вот, видимо, по этой причине. А вы сами уже сегодня говорили о самолете B-21, о двигателе BD-14. Уникальным элементом этого двигателя является вентилятор, который является полным по сути своей конструкции. То есть вот здесь можно наблюдать. То есть он имеет два листа, которые оформляют спинку и корыто лопатки и внутренний наполнитель. Здесь представлен. Каким образом это получается? Изначально пакет представляет из себя вот то, что там изображено. Методом шелкографии наносится соответствующий слой антидиффузионный, условно, да, который позволяет сваривать эти три листа только в тех местах, где нужно. Ну, то есть имеет соответствующий некий профиль. После того, как эти листы друг с другом сварились, ему с использованием достаточно высокой энергии газа подается в полость высокое давление. Это происходит настолько быстро, что внутренний лист деформируется в условиях сверхпластичности. То есть может очень сильно удлиняться. За счет использования этих двух методов получают конструкции, которые на сегодняшний день можно с уверенностью заявлять, реализованы в двигателе BD-14. Здесь, наверное, стронное изображение, на вентиляторной ступени. Ну, зачем это все нужно, наверное, ясно, да? То есть понятно, что такая лопатка по прочности не уступает цели, при этом имеет меньший вес на ту часть, которой внутри нет. Такая жесткая, пространственная конструкция. Идем дальше. Еще один метод сварки-трения. Я думаю, с этим методом знакомы, да, Сережа, мы рассказывали? Нет, я не рассказывал. Рассказывал? Жаль. Уж, по крайней мере, не этим. Линейное сварки-трение. Что он из себя представляет? По-моему, это картинка живая. Если мне Сережа поможет. Тут надо было смотреть, потому что они не запускаются. Да. По-моему, нет, она не запустит. Нет, она не живая. Но суть в следующем. За счет того, что если посмотреть, называется спускатор, если к ним приложить большое усилие на сжатие и при этом задать некую осцилляцию, то есть движение относительно друг друга, естественно, как вы понимаете, материал начнет разогреваться. Разогреваться до температуры достаточно для того, чтобы эти материалы сварились. Суть линейной сварки трения. Можно также говорить о ротационной сварке трения, где, например, два ротационные сварки трения больше применяются в пламя. Две панели свариваются за счет того, что по ним входит еще один элемент, который вращается, и перемешивая эти два материала, сваривает их друг другу. Здесь вот такой вот метод. Куда? Где он сейчас используется? Ну, как видите, это близко моноколесо, которые получены при помощи линейной сварки трения. Какие преимущества этой технологии?
Мы с вами говорили о эффективности двигателя. Как вы понимаете, всего частей лопатки в составе диска крепится при помощи замка, как вы понимаете. А для того, чтобы реализовать крепление замка к диску, необходима часть металла, часть конструктивного там, диска и лопатки, грубо говоря, пожертвовать, потому что она будет нерабочей. Это технология. Но, в принципе, есть другая технология получения моноколес. Это фрезерование цельных моноколес. Можно просто выфрезеровать его, и будет такое же моноколесо. Но преимущество этой технологии заключается в том, что она позволяет ремонтировать колеса, которые были повреждены во время эксплуатации. То есть, представляете себе, если это колесо выфрезеровать, и оно в процессе эксплуатации получило забой, например, на какой-нибудь из этих лопаток. Единственное решение для вас это будет выкинуть колесо и выфрезеровать новое. Как вы понимаете, достаточно дорого. Эта технология позволяет ту лопатку, которая получила, например, условно забойно, ударить и приварить на ее место новую лопатку. А разупрочнение не происходит? Разупрочнение чего? Ну, допустим, данного хвостовика. Соединение. Я понял суть вопроса. Лопатки обработаны термически, как-то диском. Этот процесс длится, Сереж, поправь, 0,2 секунды. Секунда, в общей сложности. 0,2 секунды. Там разогрев. Полторы-две, то есть так. Практически его не присутствует. То есть хвостовая часть вообще никак не изменится. Разогрев происходит до половины температуры плавления материала. То есть, в общем-то, зоны термического влияния как таковой в принципе нет. Это, я не знаю, поправь, микрон, мне кажется. То есть там совсем мало. Может, десятка. Имеется в виду, что там условно есть зона, где интенсивные деформации шли, там мелкое зерно, оно очень прочное получается, само соединение. А зона термического влияния, где, по идее, должны были произойти фазовые превращения, разупрочения и прочее, ее нет просто потому, что нагрев очень небольшой и длится очень небольшое время. Просто не успевает произойти. И тот материал, который так или иначе, например, поменял свой фазовый состав, да, он здесь нет, к сожалению. А вот на видео было бы видно. Он просто в драку выходит наружу. Та часть, которая будет расплавлена, за счет того, что они сжаты друг к другу, она просто выходит наружу. Не расплавлена, в пластической фазе, скажем. А только один материал сваривается. Это второе преимущество этой технологии. Можно сваривать совершенно разные материалы. В частности, если брать двигатель строения, требования к материалам для дисков значительно отличаются от требований к материалам лопаток. Потому что один, например, испытывает однокопеременные нагрузки, а другие диски совершенно другие. В этой связи совершенно логично использовать для дисков материал, например, ВТ-8, а для лопаток ВТ-6. Как вы понимаете, при реализации там, механической обработки это невозможно. Эта технология позволяет это реализовать. Вот, собственно говоря, механическая обработка. Какие задачи стоят перед механической обработкой? Опять-таки все те же самые. Обеспечение высокой точности обработки, обработка труднообрабатываемых материалов, о которых мы с вами в том числе уже сегодня говорили. И опять-таки вопрос эффективности, экономической целесообразности тоже здесь имеет место быть. И технологии востребованы. Вот, например, показана обработка сложных деталей. На сегодняшний день широко используются все-таки те самые моноколеса, о которых я говорил, цельно фрезерованные. Они присутствуют в том числе в двигателе ПД-14. Это компрессор высокого давления. Если не ошибаюсь, первые 5 ступеней – это моноколеса фрезерованные. Если не ошибаюсь, можно их поправить. То есть эта задача тоже достаточно актуальна. И отработка таких технологий, написание управляющих программ, подбор более рациональной стратегии обработки и подбор эффективного инструмента здесь имеет место быть всегда и, наверное, еще долго. Ну вот, как я говорил, это подбор оптимальной стратегии обработки, подбор инструмента высокоэффективного, адаптивные технологии. Давайте остановимся. Что понимается здесь по словам адаптивные технологии? Как вы понимаете, сейчас современная механообработка производится на станках с ЧПУ,
как минимум 5 координат стандарта ЧПУ, да? И все они требуют написания управляющих программ. А чаще всего, если, например, брать для примера, чтобы было понятно, например, то же самое колесо, которое сварено с помощью линейной сварки трения, так вот, если представить, то его математическая модель, которая определяет программу управляющую, будет несколько отличаться от того, что получилось в реальности. Ну, например, отклонение по оси осцилляции при линейной сварке трения составляет порядка 1/10. Да, то есть для понимания, спрогнозировать, где она будет находиться, можно с точностью 1/10. А управляющая программа у вас, например, написана по теоретической модели. Да? Вы же пишете управляющую программу по теоретической модели. А вы начинаете обрабатывать, то, и у вас получается, что, например, одна лопатка вы обработали, а следующая начала обрабатываться, и она находится не там, где вы предполагаете. И в этой связи у вас, например, лопатка не получилась. Что такое адаптивная технология? Здесь показана система измерения, да, контактная. Она подразумевает, что при переходе от одной части обработки, например, какого-то изделия к другой, система сама будет измерять и определять местонахождение последующей, к примеру, например, лопатки. И в случае, если она находится не там, где должна находиться в соответствии с теоретической моделью, она внесет изменения самостоятельно в управляющую программу, дабы оптимизировать мехообработку и получить вот это годное колесо. То есть они обрабатываются просто перебаиваются? Ну, конечно. Там же есть технологический напуск, то есть та часть лопатки, за которой будет держаться машина при схватке, которая впоследствии, конечно же, удаляется. Ну и по перу лопатки тоже оставляется соответствующий припуск, так как вот эта точность нуля совершенно никого не устраивает. По перу есть финишная механическая обработка. Идем дальше. Методы упрочнения. Перешли к методам упрочнения. Что такое поверхностное упрочнение? Это создание в результате обработки в поверхностном слое деталей некоторых остаточных напряжений. Да? Ну, давайте так. На сегодняшний день покрытия достаточно широко применяются в строении. Основное направление и зачем это все делается, это повышение износостойкости, повышение сталочной прочности и прочее. Да? Какими методами это все реализовывается? Давайте пойдем дальше. И вот имплантация азота материала. Что из себя представляет процесс его имплантации? Это процесс бомбардировки материала ионами. Что такое плазма? Да? Это ионизированный газ. Да? Все представляют, что плазма — это некий ионизированный газ, который имеет некий направленный поток. Ну, если представить, например, поток воды, условно, да? Вот таким потоком обрабатывается материал. Ионизировать можно, например, газ азот и внедрять его в поверхность, условно, титана, никелевого сплава. Что это дает? Во-первых, азот проникает на некую глубину, взаимодействует с основным материалом, создает нитрид, да, например, нитрид титана, помню, да? Это очень твердое соединение, и, соответственно, поверхностного слоя будет некий такой слой, который имеет более высокую твердость по отношению к основному материалу. Какой еще эффект добивается за счет, например, ионной имплантации ионов газа, ионов азота? За счет бомбардировки меняется опять-таки кристаллическая решетка этого материала и создаются соответствующие, скорее всего, сжимающие растяжения, да, есть материалы, если поправьте. Ну, сжимающие, видимо, растяжения создаются. Там по-другому, по крайней мере, я то, что я читал. То, что я читал, при ионной имплантации увеличивается плотность дислокации при поверхностном слое материала. То есть дислокация – это некий дефект кристаллической решетки. То есть, ну, то есть она не… Кристаллическая решетка, то есть она у нас идеально так красивая, да, а она становится немножечко неправильной. Когда этих дефектов мало, она у нас становится сильно непрочной. А когда наоборот этих дефектов очень много, эти дефекты условно начинают мешать друг другу, и прочность увеличивается.
То есть за счет того, что количество дефектов при ионной имплантации становится очень большим, поверхностный слой становится гораздо прочнее, чем исходный материал. Так. Спасибо. Ты мне снова дал отдохнуть. Да, нечто подобное, конечно же, происходит. Это второе объяснение, почему при ионной имплантации увеличивается, например, твердость этих материалов. Идем дальше. Ну, понятно, да, то есть там, к чему это приводится, вот здесь представлено на слайде. Вакуумное кожное нанесение покрытий, да, вот здесь вот представлено физическое осаждение нитрита титана. Здесь в первую очередь это повышение износа стойкости, в третьем, второй и так далее. На этом мы завершили нашу техническую часть. Я надеюсь, что достаточно. Я понимаю, что было достаточно широко, но, мне кажется, осветили практически все направления, помимо IT, которые на сегодняшний день были бы интересны. Последняя часть, она краткая. Это, собственно говоря, о нашем технопарке. Да? Что такое технопарк? Наверное, всем понятно. Да? Это некая площадка, на которой есть возможность реализовать свои инновационные идеи, и мы вас всех приглашаем к себе и дадим вам возможность, если у вас достаточно интересные идеи, попробуйте их реализовать. Технопарк является субъектом инновационной инфраструктуры Республики Башкортостан, начиная с 2012 года, и зарегистрирован в качестве технопарка. Создан был в 2007 году по инициативе Полового фонда и Коалиционного вуза нашего. Ну вот, примерно структура технопарка. У нас присутствует некий инженерный центр по тем направлениям, которые я освещал. У нас есть учебно-технический центр, бизнес-инкубатор, куда мы всех вас приглашаем, резидент, которые уже реализовали свои проекты и, возможно, смогут вам помочь какими-то своими там, идеями, или, может быть, они будут кооперантами ваших бизнесов. Вот тут обозначена договорная зона. Мы на себя взяли обязательство, что в первом квартале 2016 года мы запустим коворкинг зону. Понятное, да, такое определение, то есть свободная зона совместного, скажем так, совместной деятельности, куда все молодые ребята могут приходить и работать. Для начала мы запустим коворкинг зону на 15 рабочих мест. Ну, собственно говоря, вот установка ионной имплантации, вот трехосевой станок САКОС для обработки пластиков. Это участок сверхпластической формовки диффузионной сварки, на которой мы получаем, правильно говорить, а отрабатываем технологию получения таких деталей, как полуширокохольная лопатка, в том числе для, я не упоминал на сегодняшний день перспективный авиационный комплекс ротовой авиации. Имеет двигатель первого этапа, сейчас достаточно уже серьезно отработка двигателя второго этапа, на котором будет применен целый ряд таких новшеств, которые позволят, например, серьезно применять его тактические характеристики. Ну вот, еще какие-то процессы в жизни коллег-пищиков, чем-то они занимаются. Вот снова установка для ионной имплантации. Вот и мама. Вот моноколесо, которое получено в практической обработке. Тоже у нас в технопарке, помимо резидента, у нас 4 направления инженерных, которые реализовывают мои коллеги. Все направления здесь вот, в принципе, и показаны. Вот направление, которое я вам озвучил, сверхпластическая формовка диффузионная сварка. Вот наш учебный центр. У нас есть в учебно-техническом центре некая такая мини-линия станков, полностью роботизированных, некий такой взгляд в будущее, где весь технологический процесс будет управляться роботами, а вернее, будет реализовываться роботами, управляться человеком. Ну, это бизнес-инкубатор.
Про бизнес Маша лучше расскажите, что вдруг вот кто-то здесь присутствующий имеет там супер-мега-инновационную идею, там, лопатки на пасту делать или что-то еще. То есть идея классная, как вот сделать так, чтобы... Я предлагаю поступить, давайте сразу же конкретный рецепт выдадим по этому вопросу. Да? Если у вас какая-то идея, я вам рекомендую, например, обозначить господина Сергея, ответственным лицом, за сбор таких предложений. Я предлагаю серьезно отнести этот вопрос. Если у кого-то есть какая-то заинтересованность в реализации каких-то инновационных проектов, я вам предлагаю реально на бумаге изобразить, попытаться обосновать и представить нам. Мы ее рассмотрим, привлечем для этого компетентных специалистов из нашего вуза, из УКО специалистов. Мы ее рассмотрим, если она действительно имеет место быть и технически реализуема, условно, да, то мы с удовольствием поможем вам реализовать вашу идею всеми теми ресурсами, которые у нас есть. На схему можете не смотреть, много чего у него написано. Я вот так просто вкусно говорю. Изобразите свою идею на бумаге. Вот через Сергея давайте скоммуницируем. У нас есть соответствующий отдел, который все эти заявки соберет. И мы даже более того заинтересованы. Ну, я уже говорил, у нас есть порядка 8 организаций, которые уже реализовывают свой бизнес у нас на территории. Все, коллеги.